Сегодня мы возьмем цельнозерновой хлеб, 100 граммов греческого йогурта, 100 граммов моцареллы, помидоры черри, огурец, половинку сладкого перца, базилик, 1 чайную ложку оливкового масла и 1 чайную ложку лимонного сока. Из этих продуктов приготовим тосты с моцареллой и свежими овощами. Греческий йогурт соединяем с оливковым маслом и лимонным соком. Греческий йогурт диетологи рекомендуют добавлять в блюдо людям, которые стремятся похудеть. При том, что жира в продукте очень мало, содержание белка высокое, а это просто необходимо для того, чтобы при соблюдении диет не потерять мышечную массу. Базилик мелко нарезаем, добавляем к йогурту. Солим, перчим по вкусу. Огурец очищаем от кожуры и нарезаем тонкими пластинами. Помидоры черри режем кружочками. Моцареллу натираем на терке. Моцарелла богата насыщенными жирными кислотами, оказывающими положительное действие на состояние кожи, волос и ногтей. В сыре присутствуют кальций, фосфор, натрий и в большом количестве витамин В12. Поджариваем тосты на сухой сковороде. Пока они горячие, смазываем йогуртовым соусом, присыпаем моцареллой и сверху произвольно выкладываем овощи. Подаем тосты горячими. Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.